После того, как Лиза Шароха покинула Дом-2, она не балует подписчиков информацией о своей личной жизни. Нам самим приходится обо всем додумываться. Зато она публикует очень много снимков со своими родителями, особенно с мамой и с папой. Все считали, что Лиза нагуляла ребенка, что отца у малыша не будет, и высказывались об этом крайне негативно. О том, что Лиза ждет ребенка, стало известно 1 апреля 2017 года. «Я беременна», — написала она, — «верить в это или нет, решать вам». Но затем Лиза стала публиковать снимки с беременных фотосессий. И 11 августа она родила мальчика весом 2 кг 950 грамм и ростом 51 сантиметр. «Я стала мамой самого сладкого мальчика на свете», — написала она. Как вы помните, Шароха ушла с проекта, чтобы строить любовь за периметром. Но ее московская любовь продлилась очень недолго, эти отношения быстро закончились. Новый избранник Лизы – бизнесмен Игорь. Она встретила его в родном городе Днепропетровске. Ради своего возлюбленного Лиза и вернулась на Украину. Ее молодого человека зовут Игорь, он старше Лизы, занимается бизнесом. Кстати, малыша назвали Матвеем, потому что так зовут отца Игоря. В честь рождения сына Игорь подарил Лизе автомобиль Nissan и роскошную двухэтажную квартиру. Она находится в элитном районе города Днепропетровска. Также Игорь с удовольствием дал сыну свою фамилию. Свои отношения влюбленные пока не оформили официально. Лиза сказала журналистам, что Игорь уже готов, но она сама этого не хочет. «Для меня это не главное», — говорит Шароха. «Сейчас мне нужно восстанавливаться и заниматься малышом». А через 3 месяца она уже хочет полететь на отдых вместе с мамой и с сыном.